Плетение из нитей стало отдушиной в жизни Екатерины Горбанюк. Когда ей было 8 лет, она ослепла. Сейчас Кате 14, и она научилась жить в новой реальности. Более 5 лет девушка занимается макраме, на ее счету сотни работ. От брелоков и браслетов до сумок и бытовых предметов. Училась плести изделия. Долго, нудно, но у меня получилось. То есть в целом теперь тебе нравится? Да, плету на заказ и участвую в разных конкурсах. В этом году получила премию главы города. Инклюзивный фестиваль в Самаре проходит уже в 9-й раз. В этом году участие в нем приняли более 50 человек. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья могут почувствовать себя востребованными, показать свое творчество. Здесь и глиняные изделия, и разного рода картины. Кажется, что все это сделано руками настоящих профессионалов. Я желаю участникам, на самом деле, получить удовольствие от этого процесса, получить удовольствие от того, что они показывают свое творчество, как бы удовлетворить необходимость самореализации и получить удовольствие от работ других ребят. Это самое главное. По итогам фестиваля лучшие работы получили грамоты, дипломы и ценные призы от партнеров Самарской юношеской библиотеки. Юлия Фролова, Константин Головин. События.